первая сцена – это что-то совершенно особенное, сразу же погружающее зрителя в романтическую атмосферу. Как только занавес открывается, мы видим Джеймса, спящего в кресле, и Сильфиду, сидящую рядом с ним и оберегающую его сон. Сильфида – это дух воздуха, а духи воздуха – это нереальные существа, которые живут рядом с человеком, которые оберегают его, но в то же время они существа очень эгоистичные и самолюбивые. Благодаря ей он видит хорошие сны, благодаря ей он может мечтать. А в балете Сильфида основным является стиль исполнения, основным является какая-то эстетика и традиция, потому что этот спектакль начало совершенно новой эпохи в балете. Именно с этого спектакля стала активно развиваться пальцевая техника у женщин. Вот, собственно говоря, мы прикасаемся к истории танцуэта, мы понимаем, как хореографическое искусство стало развиваться, при том, что романтизм – это одна из высших техник, одно из высших достижений балета в принципе, потому что Сильфида как существо ирреальное, она не имеет ничего общего с обычной пластикой. Она должна быть воздушна, легка, практически неосязаема. То есть мы должны видеть только ее полет, только ее парение, и при этом не обращать внимания на технику. Мы видим, как Джеймс спит в кресле. Возможно, это его последний сон перед свадьбой. Он женится на девушке Эфи. Внезапно Джеймс просыпается от поцелуя. Он сначала очень рад и поражен. Он оборачивается и видит Сильфиду. Это волшебный дух, который выглядит как очень красивая девушка. И еще он летает. Джеймс поражен. Он удивлен, как Сильфида попала в дом. И он осознает, что в какой-то мере Сильфида всегда была в его сознании как какой-то навязчивый образ женщины, которую он не встретил в жизни, но которую он считает идеалом. В какой-то мере Сильфида становится для Джеймса олицетворением какой-то романтики, отсутствия земных сложностей, земных каких-то обязанностей, того, что преследует людей в браке, в обычной жизни. Это образ какой-то чистой любви, женской красоты, чего-то легкого, и он становится заложником этого образа.